В начале марта 1993 года в Москве состоялись переговоры с делегацией Шведской Королевской Академии Наук, которую возглавил президент Академии профессор Лоран. С ним прибыли генеральный секретарь Академии профессор Карл Олаф Якобсон, секретарь по иностранным делам Олаф Тандберг и руководитель программы международных научных обменов госпожа Саша Эдблат. Шведская Королевская Академия Наук была основана в 1739 году. Один из основателей Академии, всемирно известный естествоиспытатель Карл Линней, первый президент Академии. Шведская Королевская Академия Наук – это независимое неправительственное научное объединение, получающее поддержку как правительства, так и частных фондов и отдельных лиц. Академия объединяет 7 пользующихся заслуженным авторитетом во всем мире крупных многофункциональных исследовательских институтов. На Шведскую Королевскую Академию Наук возложена почетная обязанность присуждения Нобелевских премий по физике и химии, физиологии и медицине, премии Банка Швеции имени Нобеля в области экономических наук и премии Крауфорда. Шведская Королевская Академия Наук традиционно поддерживает широкие международные связи. В 1993 году исполняется 25 лет с начала ее сотрудничества с Академией медицинских наук нашей страны. В ходе переговоров стороны отметили успешное развитие долгосрочного сотрудничества ученых обеих стран в самых различных областях медицинской науки – кардиология, онкология, эпидемиология, вирусология, биотехнология, физиология и другие. Только за последние годы закончены фундаментальные исследования по изучению патологии и эпидемиологии атеросклероза в некоторых городах Европы. Получена необходимая информация для определения режимов лечения некоторых опухолей методом сочетания физических и химических факторов воздействия. Решен ряд вопросов диагностики и распространения в России и Швеции геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Изучена пространственная структура вирусных блоков, позволяющая глубже понять механизмы взаимодействия вирусов и клеток организма человека. Были обсуждены новые формы организации сотрудничества. Особое внимание было уделено необходимости развития непосредственных контактов и кооперации между ведущими научными центрами двух стран, сосредоточении усилий на реализации приоритетных для здравоохранения проектов. Стороны обменялись мнениями по вопросам создания совместных исследовательских лабораторий, публикации результатов совместных исследований в международных научных журналах. В результате состоявшихся переговоров 2 марта президентом Российской Академии Медицинских Наук, академиком Рамн Покровским и президентом Шведской Королевской Академии Наук, профессором Лораном, было подписано соглашение о научном сотрудничестве между академиями, олицетворяющее начало нового этапа и логическое продолжение накопленного опыта сотрудничества ученых-медиков России и Швеции. Thank you.